Так, 122 места. 122 места в нем. Заходим. Так, только что двери не зашили. Так, вот он, очень камерный, красивый зал. Здесь вот завтра будет мероприятие, поэтому мы подготовили завтра, ну, там архив, очень большой день у них, и поэтому у них вот будет типа конференции. А вообще... Мы находимся в доме журналиста. Да, Невский 7. А в прошлом, в царское время, здесь были? Сказать, во-первых, здесь был особняк, называется он еще дом Сухозанета, это герой 12-го года, здесь 30 лет жила нормальная дворянская семья. Женат был Сухозанет на княжне Белосельской-Белозерской напротив, да, вот, что видно. Второй этаж был жилой, это все парадные анфилады. А вот, здесь хорошая акустика, здесь проходят концерты. Здесь можно показать, вот мы начинаем новый проект, киноцентр Невский 70, да. Здесь есть проектор, есть кинозадник, да. Угу. Здесь можно показ сделать, я не знаю, там, армянское условное кино, обсуждением. Вот, видите, тут я все сделано, и свет очень хороший, угу. И вот этот вот сидит там товарищ, да, то есть угу. Тут все нормально в этом плане. И в ближайшее время какое мероприятие здесь будет? Ну, сейчас вот завтра будет архив там, ну, большой корпоративный у них мероприятие, архив литературы еще чего-то. Угу. Ну, то есть здесь это просто поставлено для них, у них угу. свое. Да, когда концерт, там вот рояль, он, видите, закачан. Да, в угол. Вот сейчас книжка готовится, mm-hmm. книжка об истории дома. Мы ее mm-hmm. вот будем издавать. Это вот, смотрите, это зеркальное помещение, как мы, где выставка нашего дорогого. Это тоже выставочное помещение, только третьего этажа. Вот, сейчас здесь, вот, как вы видите, работает другая выставка. Да, ну, дома уже, слава богу, топят давно, а это вот все. То есть они, видите, выставки могут быть совершенно разного формата. Вот здесь они на подставках, на мольбертиках. Да там, тут можно их расположить как удобно. Вот. Если бы мы с вами пришли как зрители, да, мы бы поднялись по этой лестнице, как поднимались мы, либо на лифте, лифт рабочий. И есть еще грузовой лифт. А грузовой там, да. Да, с другого крыла. Это один из первых лифтов в Петербурге. Его поставило купеческое общество, которое mm-hmm. тоже находилось. Реставрирован, он работает, но он максимально сохранен, так как mm-hmm. было. Смотрите, это у нас здесь проходит пресс-конференция. Опять же, под мероприятие сейчас стулья убраны, а так здесь ряды стульев, конференц-система. Здесь можно онлайн делать прямые трансляции. Оперативные мероприятия – это не танцы, пляски, а что-то, ну, угу. я не знаю, какая-то годовщина, заседание, угу. там юбилей, да? Вот у нас там… Интеллектуальный корпоратив. Ну, да, можно с фуршетом. Вот сейчас пойдемте дальше, сейчас мы сделаем вам интересно. Здесь играли в карты, хозяин был картежник, Достоевский здесь играл. Откройте вот эту дверочку, попробуйте, так только не дергайте резко, потому что она тяжелая. Угу. Это сейф, говорят, домашний, родной. Ну, сейчас вот он, конечно, так сказать, я закроюсь. Под делом. Осторожно. Вот большая парадная гостиная дальше. А что тут закрылось? Ну, это библиотека дома журналиста. Часть уже каталогизирована. Часть еще нет. Тут прекрасный рояль, работающий. И тоже сейчас я подготовлю к завтрашнему мероприятию. Мы пускаем гостей на балкон, конечно, сейчас погода плохая. Хорошо.
замечательная. Мраморная. Ну, она, это искусственный мрамор, да? И во время Сухозанета это было очень круто, модно и вообще невероятно, поэтому гораздо круче, чем натуральный. У этого господина даже за границей не осталось, да, потомков? Нет, есть в Австрии, по-моему. И вот смотрите, видите, вензель императора Александра II. Здесь три императора бывали в этом доме. А когда реставраторы стали убирать слои, вот видите, здесь они там убрали, а здесь оставили. Видите, 17-й год и серп и молот сверху. Угу. Вот они здесь это оставили на память. Да. Вот. Есть позолота по росписи, но вот так она не видна, не особенно видна. А вот давайте потушим верхний свет. Вот наверно. Видите, как позолота просыпает? Вон, вот туда. Вон, вот она. Вот та, которая не видна была, она вот как проступает так красиво, как будто она проявляется, да? Вот отсюда хорошо. Это жезл Меркурия, бога торговли. Да, нет, еще глаза, как-то не успели.